себя убедить, значит, у него внутри сознательная неуверенность. Человек уверенный в себе. Есть. Человек, который уверен в себе, не агрессивен. Агрессия же есть страх. Вот эта словесная агрессия по отношению к другому, это попытка подавить свой страх. Что ще стало? Лицо випаде. О, Єсу, о, Єсу, о, Єсу, о, Єсу, о, Єсу. Ой, Боже, дзвоні. О, курва. Що ще стало? Лицо випаде. О, Єсу, о, Єсу, о, Єсу, о, Єсу, о, Єсу. Ой, Боже, дзвоні. О, мій Боже, погано. Дзвонь швидко. Поздравляю.